Бой в полутяжелом весе. В синем углу рейджа спортсмен из города Грозный представляет клуб «Беркут». Встречайте, Руслан Хаскана! Спортсмен синего угла, чемпион Европы и Азии по джиу-джитсу, победитель международных турниров по грэпплингу, организации «Нага» и организации «Грэпплерс Квест». Десятикратный чемпион России по различным версиям боевого самбо. Чемпион мира по боевому самбо. Руслан Хасханов, «Беркут», Грозный! И его соперник в красном углу рейджа представляет город-герой Тула. Воспитанник клуба «Рот». Приветствуйте, Евгений Кондратьев! По прозвищу «Кондрат». По смешанным боевым единоборствам 2012 года. Евгений Кондратов по прозвищу «Кондрат» в красном углу. Спортсмен в синем углу, 28 лет, вес 93 килограмма, рост 180 сантиметров. Профессиональный рекорд 13 побед, 6 поражений. И его соперник в красном углу, 26 лет, вес 92,1 килограмма, рост 187 сантиметров. Профессиональный рекорд 11 побед, 1 поражение. Руслан Хасханов против Евгения Кондратова. Рефери в ринге Виктор Корнеев. Бойцы на середину. Парни, слушай внимательно. Работаем. 3 раунда по 5 минут. Головой не бьем. По затылку, позвоночнику не бьем, повнимательней. Локтем бьем только в корпус. В
партере коленом и ногой работаем только в корпус. Канаты, шорты, перчатки не хватаем. Слушай меня на протяжении всего боя. Разжись по углам. Судья готов? Судья готов? Время? Готов, боец? Готов, боец? Первый раунд, бой! Время? Повнимательнее, да? Бой!